Как достичь спокойствия и безмятежности в условиях большого города? Один из способов – занятия йогой. В индуистской традиции это наука о равновесии и гармонии. В современном мире ее воспринимают как философию здорового образа жизни и способ борьбы со стрессом. Познакомиться с йогой химчане смогли на мастер-классе «Химки. Интересно жить». Провела встречу тренер Екатерина Боровая. После разминки она предложила участникам принять различные позы. Согните колено левой ноги под углом 90 градусов. Не забывайте тянуться ручкой вверх. И с глубоким вдохом поднимаем ручки над головой, зачерпываем чистый, свежий воздух, соединяем ладони вместе, переплетаем большие пальцы. Считается, что йога продлевает молодость и сохраняет здоровье. И действительно, благодаря интенсивному дыханию во время занятий в организм поступает большое количество кислорода. Происходит активная вентиляция легких и тренировка сердца. Именно поэтому это отличный способ укрепить здоровье, стать гибче и выносливее, сбросить вес и почувствовать вкус к жизни. Мастер-классы в Химках проходят уже целый год. Интересные встречи можно посещать ежедневно. Подробная информация о месте и времени есть на страницах газеты «Химкинские новости», а также в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.